Здравствуйте, мы с вами находимся в Которе. Я только что прошел детский сад. Оказывается, детские сады есть в Которе. А нам предстоит с вами подняться вот на эту гору. Вот я вижу, по ней люди ходят. Это тропа, специальная тропа, сделана для туристов. А там древние стены, руины и все прочее. По всей вероятности, я так думаю. Сегодня 27 мая 2019 года. Мы сюда приехали из Будвы. Там таких троп нету. А в Которе есть. Смотрите, наверху горы уже облака. Мы подняться должны в облака. Сегодня будем. Поднимемся в облака. Были в древней крепости, теперь в облака. До свидания.